вперед, передача в направлении Голышева. Тут передают Дацуку. Дацук бросает воротам в Сятере. Отбивает, переводя шайбу уже над перекладиной. Это Чесалин. И пытается Голышева переиграть. И пробирается туда к воротам. Удаление будет у автомобилиста. Чесалин. Ай, шайба. Шайба в воротах. Вот что. Забил Евгений Чесалин. И видим мы, да, как Чесалин легко уходит от одного соперника. Не удается от Голышева, да, причем, который оказался на месте защитника. Да. Может быть, поэтому и обыгрался там нападающий, а не защитник. Конечно, да. Таких навыков у Голышева нет. Наверное, стоило сыграть тело, да. Голышев играл в шайбу, прокатился. И Василевский не сумел сзади подбить клюшку у Чесалина. Тоже большое мастерство. Вторая шайба Чесалина в этой серии, в этом розыгрыше плей-офф, свою первую забросил в пустые ворота.